Кулаков действовал, и он тогда освещался. Во втором тайме путем замены мы пробовали исправить ситуацию. Кое-что у нас получилось, но в целом не хватало нужного давления, чтобы штрафной площадь соперника. Поэтому, и, соответственно, мало моментов создает команда. Хотя те моменты, когда мы доставили на штрафную, достаточно неплохие атаки. Спасибо. Коллеги, пожалуйста. Да. Спортивный обозреватель. Скажите, пожалуйста, Юрий Николаевич, как вам вообще просто как бы вот Уфа, Екатеринбург, как города? По игре мы все видели. Как вам Уфа и Екатеринбург, разница в городах? Мне сложно пока оценивать, потому что в Уфе я был 10 дней, но не так то много я в Екатеринбурге провел, поэтому пока давайте вот подождем со следующего года. То есть для вас это не дерби? В смысле это? Ну, дерби. Уфа, Екатеринбург, это дерби или не дерби? Дерби? Ну, не знаю, пока нет. Коллеги, пожалуйста. Виктор Михайлович, чем объяснить такие провалы на обороне? Несыгранностью? Ну, о каких провалах вы говорите? Ну, в первом тайме. Нет, там специально ошибки Сафранидзе, который неправильно действовал, сделал на обороне. Спасибо. Еще. Да, пожалуйста. Комментируйте игру Марсини, в предыдущий день подал состав. Ну, это нормальная ситуация, когда приходит тренер, какие-то изменения делает. Он умеет за мяч цепляться, умеет реализовывать моменты, которые у него есть. Он может под давлением работать с мячом, поэтому достаточно качественный футболист. Мы ищем различные сочетания для того, чтобы получить наш вопрос. Спасибо. Да, пожалуйста. Виктор Павлович, будут еще приобретения? Как вы поняли, время на нас? Ну, окно трансферно открыто, поэтому все может быть. По крайней мере, что мы не останавливаем поиск и ищем, возможно, разные варианты. Спасибо. Если вопросов нет, то мы, Виктор Павлович, отпускаем. Спасибо.